И в этом году, например, экспорт из Китая в Казахстан снизился на 10%, а импорт из Казахстана, наоборот, вырос на 14%. То есть то, что мы говорим, эти тезисы, они уже отмечаются в статистике. Это очень хорошо для нашей промышленности, для нашей экономики и очень оптимистичный сигнал для наших производителей. Для Казахстана, который ориентирован на экспорт своей продукции за рубеж, в принципе, вся наша индустрия, вся наша промышленность, она ставит свою задачу, прежде всего, это экспортоориентированность и выход на перспективные рынки. Сегодня действительно Китай изменяет свою модель. Если раньше действительно первый стереотип, который говорили о Китае, это всемирная фабрика, где производили товары, которые увозились потом по всему миру, да, и самое распространенное слово, да, было после I love you, да, то есть это made in China, как говорили, да, то есть была такая шутка, которая, в принципе, отражала реальность. Большинство товаров за рубежом были made in China. Сегодня, да, в условиях ограниченных международных контактов такие мероприятия, они оказывают стимулирующее воздействие на торговые отношения.